я знаю, что делаю. Теперь вагонетка. Да, я готов. Как сырники выбирать. Иду. Какой у нас план? Да, мне это нравится. Мы выберемся. Я бы не отказалась сейчас поесть горячего. Нет времени. В лобби. Я пошел. Ну, пора. Вот, повеселимся. Надо было прихватить пару слитков. А? Иду. Бьянка готова. Что, крови боишься? Просто это раз. Да, я иду. Гектор здесь. Надо было прихватить пару самородков. Вагонетка. Одна штука. То, что доктор прописал. Любой из нас может толкать вагонетку. Сейчас, сейчас. Это еще что за... Дьявола! Загоним их в угол! Они где-то здесь. Что-то... Продолжайте искать. Передайте ему тень. Хватит на сегодня. Шутка, Данида. Не важно. Они где-то здесь! Продолжайте искать! Давай! Они уходят! Кто-нибудь Вышел! Нельзя их упустить! Патроны, все! Возвращаемся! Любой из нас может толкать вагонетку. Мне нравится. Она все еще голодна. Да, отлично! Вломим их! Смотри в оба. У нас не вагон времени. Посмотрим. Отлично! Возражений не имею. Ну, пора. Поздоровайся с моей красоткой. О, я знаю, что делать. Ладно, парни, пора их выкуривать. Ищем, ищем! Выкуриваем всего дела! Ищем, ищем! Нельзя их упустить. Хорошо, эти сволочи прячутся. Да твою ж мать, куда они провалились? Подошедшие забирают свое добро! Ищем! Нельзя их упустить! Они уходят! Кто-нибудь нашел? Шагай вперед! Только зря время потеряли. Возвращаемся! Быстрее! Вот так. Иди. Пошли, а пошумим. Да, я кру. Шагай. Вот так. Да. Не могу прицелиться. Какого черта? Предатель! Что за... Твою мать, больно-то как. Ну ничего ж себе. Тут дроп. У нас тут дроп. Дело нашло. Не дайте ему тень. Хватит на сегодня сюрпризов. Твою мать! Не дайте им уйти! Куда они провалились? Да. Что это было? Ну и кто это тут у нас? Хватит с меня этой дыры. Капелька крови. Вот ведь продашь, не уйдешь! На пропалку! Иди к папе Геде. Я все сделаю. Дурмана отсыпать. Я снова встаю. Чего неприятности? Какой у нас план? Гектор здесь. Меня так просто не убьешь. Я не промажу. Да, соглашусь. Все, хватит. Пора отсюда бежать. Ага, понятно. Я могу весь день этим заниматься. Какой у нас план? Ха. Тут эти ублюдки заставляли меня мыть золото. За это скажите Куперу спасибо. Так точно, амиго. У нас только одна попытка. Неплохая мысль. О, я на все готова. И не почувствую. Это раз. Да, я иду. Рано сдаваться. И... Какого? И того. Сюда, амиго. Как отшевелись? Я не промахнулся. Эй, я все слышу. Пора браться за топор.
Була. Мила. Что вы тут творите? Какое мерзло. Сосредоточься. Лицо и попусти. Парни! О, я знаю, что делать. И не почувствуют. Это была мысль не дурная. От нас не уйдешь! Так что, продолжим? Обращат бы ее. Держимся плана. Ломик. Мне нравится. Это работа для меня. Сейчас, сейчас. Я смотри, Вова. Кто-нибудь нашел? Пора всех ворот. Ну, что там? Куда они провалились? А ну, вылезай! Твою мать! Огромный карман! Спрятался и забирает все их добро! Что это было? Твою ж! Так точно, амиго. Ох, сейчас щепки. И еще один. Один глоточек. Есть закурить? Не, извини. Мне нравится. Давай по-быстрому. Пошли. Сейчас, щена. Мамка, стреляют, гады! Не шевелись! Хватит на сегодня сюрпризов. Какой у нас план? Жду приказа. Черт, у меня пусто. Кого подровнять? Янка готова. Пора браться за тобой. Мне нравится. Эй, ты! Что это было? Ну ничего ж себе. Никого. Ох, сидь сюда, амиго. Маяк сейчас или никогда. Стоять! Да, я готов. Она еще может. Ну, на дорожку. Иду. Пошли, пора браться. Так точно, амиго. На прополку. Давай по-быстрому. Маяго. Идем, идем. Ударилось подкрепление. Лучше не отставать. На работу. Капкан! Огромный капкан! Подойди! Сейчас, видали? Бью без промаха. Надо было прихватить пару слов. Одному выбиваю! Хорошо эти гады прячутся. Вас найдем, падр! Что ж, снайпер? Что это вообще такое? Что-нибудь нашел? Спрятаться решили, сволочи? Дайте! Они не могли далеко уйти. Твою мать! Не дайте им уйти! Не обложу. А ну, блин, черт, снайпер! Какой он хай. Пора взять пару. Они точно здесь! Я могу везде. И не почувствуют. Посмотрим, что тут можно сделать. Рано за это. А, вот, ищем. Что это было? Пошли, амиго. Бью без промаха. Да, я тоже об этом. Подергаем за ниточки. Что это все может? Это еще что за колдовство? Твою мать, куда они провалились? Моя гордость.
тут снайпер. Все. Прекрати! Они где-то здесь. Продолжайте искать. Мне нужно выйти. Как бы твой план сработал, золотце. У тебя неприятности. Выкурим их и всего дело. Пошли. Хватит на сегодня сюрпризов. Посмотрим тут все. Эй, я все слышу. А ну выходите. Говорил же. Большое спасибо. Друг, прячемся. Ждем, когда будет бабах, и бежим. Ясно. Смотри в оба. Твою ж мать. Сюда. Ох, я с вами поразвлекаюсь. Они уходят. Опять же забирают все их дома. Не повезло тебе сегодня. Ладно. Ну, на дорожку. Ага. Дурман отсыпь всегда работает. То, что доктор написал. Возражений не имею. Держимся плана. Отлично. Посмотрим. На пропал. Как добровольцем. Вот так. И... Давай. Вперед. Шагай. Иди. Вот так. Да. Твою мать, больно-то как. Что, шутите? Спрятаться. Ах ты ж. Говорил же, Фрэнк, чтоб с вами построить. А мы вот это я понимаю. Это раз. Просто два. Просто в голове. Беги, ну, пока я тебя не нашел. Иди в гости. Что? Что да. Это вообще такое? Вот, повеселимся. Они откуда не провалились? Обыскать? Ты должен быть пронырливый, видите? Выкури меня, все дело! Они уходят! Хорошо, эти гады прячутся. Ищем, ищем! Нельзя их упустить! Нашедшие забирают все их добро! Они не могли далеко уйти! Они где-то здесь! Продолжайте искать! Да твою ж, куда они провалились? Хватит ли сегодня сюрпризов! Кто-нибудь что-нибудь нашел? Мы их прогнали! Все, мы уходим! Ну что, позаканьте курить? Мило. Я все сделаю. И как, спрашивается, рано сдаваться. Я тихонечко. Было так гораздо лучше. Хватит с меня этой дыры. Ублюдки, что у меня есть. Вот, повеселимся. На прополку. Жадная мать, что это вообще такое? Мило. Они шутят, где ты прячешься. Как мне этого? Они уходят. Я тихонечко. Тут мы не умрем.
Там что-то есть. Не хочу кнута отведать. Считай, я уже так. А вот Купер и Кейт. Я вскрою замки. Если хочешь что-то сказать, валяй. Прямо сейчас мне сказать нечего. Это краски за труды. Хватит на сегодня сюрприз. Какой у нас план? Значит, говори. Мы разобьемся. Да, я выйду дома. Что, крови боишься? Бью без осмотрим. Отправлю их. Сейчас будет интересно. Выкурим их и всего дело! Расходимся, парень. Все, закончили. Счастливо! Иду. Черт бы побрал Дэвида. Уже отсюда выбираться. Да, я готов. Хорош сопли жевать. Була, Эндер, и не побей того. Да, он мертв! Они точно здесь! Обыскать каждый угол! Да твою ж мать, куда они провалились? Они тут! Рассредоточиться! Вот ведь продырливые ублюдки! Хорошо эти гады прячутся! Интересно, выкурим что? Их и всего вот дела! Вот ты! Помогите! Кто я? Видели? Всем внимание! Не отвлекаемся, дома и огонь! Там снайпер! Там что-то есть. Я? Кого? Хватит на сегодня сюрпризов! Кости дьявола! Пора браться за топор. Ты еще кто? Ох, сейчас. От нас не уйдешь! Смотри наверху! Разок глотну. Ну ничего ж себе. Надо было прихватить пару самородков. Сюда. А ну-ка. Посмотрим, что тут. Это игла. Это все, что ты можешь. О, на прополку. Чего? Иди к папе Геде. Ну ничего ж себе. Да, я готов. Мне нужно. А, я знаю, что делаю. Давай побыстрее. Сил больше. Нет, не поддается. Иду. Лучше не отставать. Да, я понял. Пригодится. Спасибо. Она все еще. Хорош сопли жевать. Маркуй, скорее выпустите меня. Тут в бочонке остался динамит. Хотите сказать, нам не нужна вагонетка? Вагонетка нужна, но это поможет расчистить путь. Я тихонечко. В конце края этого не видно. Просто без того. Мне это нравится. Ну ничего ж себе. Да, я иду. Булавочку воткнул. Черт бы побрал Дэвида. Умрем. И не это было. Без проблем. Я возражаю. Что с Надем? Так что, продолжим? Я хочу туда напомнить. Что, крови боишься? А я нас люблю. А вы сказали, вот ты где, книга. А, парни! Давайте, я догоню. Само собой, это работа. Просто маленький укол. Это раз, капелька крови не дурная. И два. Я бы пока не беспокоился. Бью без промаха. Любой каприз за ваши деньги. Пора браться за тобой. Куда? Сейчас, сейчас. Понял. Возражай, могу там больше.
Держимся плана. Очень неплохо. Посмотрим. Мы даже не почувствовали. Сил больше нет. Ну ладно. Не облажайтесь. Да, соглашусь. Стой, стой. За что мне все это? Не будет. Я могу весь день этим заниматься. Хоть бы твой план сработал. Лекарство от всего. Я с вами. Ладно, всегда работай. Спасибо. О, да. Считай, я уже там. Наконец-то. Я выстрелил. Да, мне это нравится. Ну, выберемся. Слушай, я не прям... Минуты покоя, да, золотце? Он в дурном настроении. И я его не виню. Мы же ведь выбрались живыми. Да. Так и есть. Ну, Амиго, пора отдохнуть. Возможно, нам всем не помешает передышка. Я так и думал. Что ты задумал? Без обид, но мне пора пойти своей дорогой. Ты сейчас серьезно? После всего, что мы пережили? Именно. И чья это вина, а? Да. А я думала, Макой, что в тебе осталось что-то хорошее. А я думал, ты уже все поняла.